На Ямале определят новые водоемы для выращивания ценных видов рыб. Водная артерия Ямала за прошедшие 5 лет выпущено 110 миллионов штук молоди сиговых. Итоги работ по искусственному воспроизводству муксуна и чира, которые ведутся с 2017 года, на брифинге представил директор профильного департамента Виктор Югай. 6-й год в регионе восстанавливается популяция ценных промысловых рыб. Для этого создано научно-производственное объединение «Собский рыбоводный завод». Предприятие уникально. Оно сочетает в едином производственном процессе полный цикл выращивания молоди. От получения икры до выпуска мальков в естественную среду обитания. Сегодня ремонтно-маточное стадо насчитывает около 11 тысяч особей. Для его формирования каждый сезон сотрудники завода оставляют несколько тысяч мальков для последующего выращивания в бассейнах. В 2020 году впервые в истории предприятия рыбоводами было получено около 2,5 миллионов штук икры муксуна от производителей собственного стада завода, а в 2021 году уже 16 миллионов штук. В год экологии на Ямале запланированы масштабные научные исследования, в том числе по изучению водных объектов автономного округа. Их результаты позволят выявить новые места, наиболее подходящие для выращивания и выпуска молоди сиговых видов рыб. На сегодняшний день у нас отработана технология выращивания молоди укрупненной на веске в садковых линиях. Да. И это научно подтверждено, что данная молодь имеет высокий процент выживаемости. И вот на сегодняшний день, учитывая эти все принципы, мы планируем в самые ближайшие годы развернуть еще дополнительные садковые линии с применением этих технологий на нерестовых реках Шурыжского района, Красноводского района. Да. Но для этого в любом случае нам предварительно нужно провести научные исследования и посмотреть, насколько, в каких водоемах именно конкретно мы можем это сделать. Да. И сегодня технологии Собского рыбоводного завода позволяют нам это делать. И в том числе мы сегодня готовы выращивать молоть эту укрупненную на веске и для компенсационных мероприятий. Воспроизводство ценных видов рыб на Ямале – это комплексная работа правительства округа, научно-исследовательских организаций, а также недропользователей. Только в прошлом году Собский рыбоводный завод заключил контракты на выпуск молоди сиговых видов рыб более чем с 20 компаниями, выполняющими свои обязательства перед экологией региона.